Накануне в Запорожье состоялась конференция, в которой приняли участие 30 депутатов местных советов, депутаты Верховной Рады, а также эксперты. Участники мероприятия приняли резолюцию в адрес президента Украины Петра Порошенко с призывом восстановить экономические связи с Россией для преодоления социально-экономического кризиса в регионе. Депутаты также выразили готовность вступить в межрегиональную парламентскую группу по связям с Российской Федерацией. С такой инициативой недавно выступил депутат Яков Безбах. Главная причина сложившейся катастрофической ситуации в экономике состоит в потере традиционных для региона рынков сбыта в России и других странах СНГ. Экономика запорожской области всегда была ориентирована на экспорт, значительная часть которого приходилась на Россию, Беларусь и Казахстан, говорится в принятой резолюции. Депутат Запорожского облсовета Вадим Сухина отметил, что 90% продукции области экспортировалось в Россию. А на данный момент предприятия не могут поставлять продукцию даже в Казахстан из-за торговой войны. Кроме того, народный избранник призвал чтить память предков и учитывать близость менталитетов украинского и русского народов. Его коллега по облсовету Андрей Кушниренко обратил внимание на рекордное ухудшение экономических показателей региона в 2016 году. По экономическим показателям этого года Запорожская область предпоследняя в Украине. Мы наблюдаем устойчивую тенденцию падения регионального валового продукта, сокращение производства, рост безработицы. В 2014-2015 годах экспорт в Россию сократился в три раза, вместе с тем сократился и экспорт в страны ЕС. Но по-прежнему больше всего продукции наша область поставляет в Россию 21%. Без возврата на традиционные рынки перспектив развития у запорожской области практически нет, подчеркнул Кушниренко. В свою очередь депутат Токмакского городского совета Надежда Чулакова заявила, что в ее городе крайне тяжелое экономическое положение. В Токмаке остались только учреждения образования и медицины. «Верховная Рада Украины делает все, чтобы мы вымерли и освободили территорию», – сказала Чулакова. По итогам конференции участники форума призвали общественность поддержать их позицию по диверсификации рынков сбыта украинской продукции.